Всем привет, зрители, подписчики канала на ютубе. Ну что у нас сегодня? Понедельник. Вадик. Всем привет. Ну что, с окончанием тебя учебного года, первого. Да, все. А вот это не знаю, это все вопросы к школе. Почему вам так все сделали? Ни бумажки, ни аттестата, ни грамоты, ничего. Да, ну, странно как бы. А мы, конечно, сделаем... Веронику. Ну так. Странно, странно очень, конечно. В школе у вас все это и без оценок, и все это. Вероника, всем привет! Всем привет! Кстати, у нас свободно уже все. Я буквально минут 20 назад только приехал, да. С Брянска ничего там не снимались, потому что день у нас был такой быстренький. Сегодня сколько? 6 часов был подъем. Приехал папа, пока загрузили ему вещи. Потом все вещи вынесли, загрузили. Потом уже Газель приехала в 7 часов. Нормально долетели. В 29-го мы были уже в Брянске. Да? Да. Разгрузились. Долго вот здесь, пока там еще шкаф разбирали, все поставили на место. Ну, Татьяна уже в четверг поедет, будет там убираться и уже снимет конкретно, что там мы поставили, как поставили в комнате. И насчет, действительно, мы уже договорились, скорее всего, будем попасть, не скорее всего, а точно. Мы будем точно попасть в верхнюю кровать. Действительно, и меньше места, да. И будет смотреться хорошо, мы с ней прикидывали. Там удобно, там хорошая игровая зона для детей. Большая, да. Да, поэтому будем... Не надо. Не надо отправлять. Будем искать двухъярусную кровать. У нас есть уже вариант, но посмотрим, еще до среды, да, будем смотреть. До среды еще один вариант. Если нет, то уже будем искать. Да. Ну, у нас есть вариант кровати уже. Что, погода шикарная. Кстати, сегодня вообще обратно мы долетели вообще за 35 минут от Брянска с папой. Вообще. Рекорд. Это рекорд, наверное, потому что действительно не было пробок. Да и утром мы нормально попали. Вот это действительно. Вот, чем вот мы минут 15, наверное, 20, конечно, можно было пробку. Так, все. Молодец. Сейчас, запишу. Мама, запишет на тебя. Варик, пойдешь за анализами. Да, анализ мочи забрать. Да, не успеваем мы никак. Да, вот такой, если честно, ты забыла. Нет, немножко. Я помнила про нее, потому что я думала, что пора времени потерялось немножко. А вот, и не стала ничего снимать, пока все это вынесли, пакеты там положил более-менее, что тебе надо было разобрать более-менее. Что да. Еще? Ну, Татьяна, а Татьяна тут занималась, да, домашними делами? Я занялась, да, и забыла про все направление вообще. Помыла стенку, помыла внизу стенку. Вероника, ну что это такое? И насчет этого, как его, собрали там с папой тоже, мы уже кроватку поставили, все как положено. Таня быстренько по скайпу позвонил, Таня посмотрела. Вот, все, да. У нас все нормально. И что-то еще хотел сказать. А, кроватку мы все равно опять сейчас будем ставить у нас здесь, но сестры моей Лены, потому что действительно Татьяна сказала, скорее всего, неудобно будет спать на кровати. И действительно, наоборот, с Вероникой могут уползти. И все-таки решили мы на эти дни, пока, тем более она у них стоит разобранная, у сестры моей Лены. Уже позвонили, договорились, пока вот на эту неделю поставим все-таки. И пока действительно квартира еще не сдана, то пока она будет здесь, понадобится, может ходить, так кому жильцам не понадобится, еще неизвестно. Так что, ну, им тоже она, в принципе, не нужна пока, так что, ну, нормально будет, в принципе, так что все будет хорошо, и кроватка будет, и все. Вот, что еще? Это мы сегодня вечером с папой поедем, заберем тут от нас все это дело. Что еще? Сейчас мы... Вы уходите. Да, я уже чуть подмела, потом уже буду доделывать, помою полы и все остальное. Вам сегодня прием в больницу идти, к неврологу. Нам сейчас надо к неврологу отнести все наши документы, которые анализы, мы прошли, обследование. Да. Надо сходить в банк, там взять одну выписку своей карты. На почту еще сходить. На почту договора заключить. Да. Сегодня что-то... в администрацию еще хоть посхожу сегодня. Он попозже, наверное, да? Когда придет. Или может даже завтра, да? Завтра день будет свободный. Да, завтра я схожу в администрацию. Побегу уже сегодня в администрацию. Тем более жарко на улице вообще. Очень жарко. Тем более сегодня еще Илью забирают, правильно? Да. Да. Ну то я заберу надо Илью, потом поеду уже в 6 часов, короче, с коляской мы поедем. Вот. Лох выйдет, в принципе, в 2 часа. Я сегодня быстренько ночью поставил на выгрузку его, потому что, ну, на 2 часа, думаю, успею, не успею. Ну, с папой быстренько все это сделали, действительно. Сегодня оперативно один держит лифт, другой все это закидывает. Я, короче, получается, еду на лифте, все это сразу выгружаю, приезжаю на первый этаж, тут, ну, уже все стоит возле лифта, то есть загружаю. Ну, быстро, лифт был тем более сильно свободный, вообще хорошо. Быстро очень все это дело сделали. Молодцы. Разобрали шкаф. Папа, кстати, забрал себе там половину. Ну, так вот, тоже на доске там, да, там что-то в сарае, сказал, сделает. Тем более шкафы эти старые, эти советские вообще времен. Ну, вот. Поставили кресло там тоже возле компьютерное, это вот возле столика. И одно убрали кресло на балкон, поставили мы на лоджию. То есть место там свободное стало, и кроватка стала. Проход хороший, Вероника там наблюдает. Что там интересного? Что там интересного? А, солнышко? Что там интересного? Сейчас гулять пойдешь. А, ты хочешь там достать приставочку, да? Да, приставочку хочешь достать, да, солнышко.
Что там? Кака. Где кака? Там не кака. Где там ты каку видишь, а? Ой. Так, Вероника, все, слезай. Погода шикарная, в принципе, такая же, как и в Брянске. Да? Да. Не стал действительно снимать, потому что действительно весь мох. Все это быстренько, слава богу. Все, основные вещи, как уже говорится. Там уж комната. А? Комната, все. А, ну да, мы же брали там все это. Нету вентилятора, нету кроватки пока, нету такое зеркальце. И все. А, ну правильно, кроватку брали. Тумбочкой все это дело остается тут. Ну, осталось по мелочи все это возить. Тут Владика Лего осталось, книжки, что-то половину папе отвезется, все это дело, и все. Вот, не знаю, стульчики остаются, конечно. Ну, в основном все увезено. В основном. Да, вчера мы лихо-лихо так, да. Целый день собирали. Ну, хоть ладно, освободилось место, видишь, ну, хорошо, хоть еще так. Да. В принципе, готовы. Осталось совсем чуть-чуть, да. Все, если Татьяна будет в четверг-пятницу, там будет по полдня убираться, потому что по времени, потому что тоже опять все работаю, и в четверг мама будет, да? В четверг, да, привет, с мамой мама. Договорилась, а вот начинается все, вот она, вот а, она, вся. Косметичка, да, ну, маленькая модница уже, мама же красится, и Веронике надо покраситься, правильно? Ну, а как же? Ну, вот, еще, не, ей мало, надо посмотреть, что там конкретно, что-то еще. На, смотри, на. Так, а Владику сегодня на футбол надо будет? Три. А, в три часа сегодня футбол у него, да? Ну, успеете, да, до трех прийти? Да, конечно, причем, естественно. Да. Владику осталось буквально совсем три дня. Конечно, становится жалко, не знаю. Очень более... жалко, я, как я говорю, более из-за этого больше всего переживала, лично я переживаю. Из-за футбола, да. Как бы школа, честно, за школу не переживаю, потому что, ну, школа-то школа, как бы... Не, ну, если все... кидаться на рекомендации, да, или позвонит. А он что-то футбола... Я не тоже не переживаю, что он там не устроится, я знаю, что мы там устроим, там команда есть, как бы команда не одна, причем как у нас, например, да. Не, ну, желательно, конечно, не... Желательно, куда мы хотим, именно, конечно, устроить. Не на партизан, потому что партизан-то Володарка, это очень далеко. Более, да, но все равно мы хотим Динамо, как бы, ну да, надеюсь, у нас получится как бы с этим делом. Просто мне жалко вот именно то, что... Коллектив. Коллектив, да, они уже настолько вот сплоченные. Ну, команда, да, команда. Они настолько, конечно, сплоченные, что да. Тем более, Владик хорошо играет, действительно. Сыгранные уже некоторые игроки. Они сыграны, да, они уже знают, кто что где, кто как. Но, надеюсь, все будет хорошо. Что теперь делать? Не мы первые, не мы последние, правильно сказал, уже переезжаем, как бы все в жизни бывает. Поэтому тут, кажется, расстраиваться, действительно, тем более мы... Надеемся, что все будет хорошо. Лучше, чем здесь, как бы намного, да. Поэтому да, этот, мы из-за этого, в принципе, действительно, мне кажется, да. Для развития детей мы делаем, именно для развития наоборот, детей мы делаем это, чтобы больше, делать. Наоборот, то, что оставаться здесь, действительно. Да. И для отдыха, и для учебы, и для развития в дальнейшем. То есть, да. Большой город, вроде недалеко, тут считается Брянская область, как бы уже другая область, но постараемся, чтобы было все хорошо. Да. Да. Ладно, увидимся. Татьяна, да. Поснимаешь на улице там нашу жаркую погодку, кстати. Жарко, очень жарко. Потому что утром сегодня было, когда мы грузили машину, очень было прохладно. Прохладно было с утра. А уже туда приехали, буквально 45 минут, все, там духота уже, все такое. Ладно, увидимся. Да, солнце? Что солнце. Ты? Солнце. Солнце, с косметичкой солнце. Пока-пока, да? Пока-пока. Красотка. А, красотка, ты готов? Готова? Вероника? Покажись. Ой, а в чем ты сюда? Ой, там что у нас-то? Мини-Маус, да? Не Микки Маус, а Мини-Маус, да, девочка? Да, девочка-мышка, да? Да, готова наша принцесса, да? Путешествие в больницу. Да, это ботиночки твои, они останутся здесь. А в больницу? Ну что, в больницу сходи, потом, да, там, в банк, на почту сходите. Да! Нет, все, это потом придешь, будем убирать. Давай, вставай, вставай, вставай. Сейчас мама уже готова, все. Да. А, сандалики сейчас денежки. Ой, сандалики. Вот, Вероника. Вероника, дочь, вот твои сандалики. Вот они, сандалики. Вот они, твои сандалики. Давай. Одевай сандалики свои. Давай. Нет, эти мы оставим здесь, ботиночки. Это по дому будем ходить. Давай, папа уберет. Вот твои сандалики. Вот, вот они, твои сандалики. Видишь, какие розовые, да? И панамку тебе сейчас, да? Кепу. Кепи. А, кепа. О, у нас кепи есть. Кепи сейчас вон тебе. Да, мамка поснимает на улице. Потому что носок сполз. Деловая, потому что он чересчур. Потому что он сполз. Встал ножку. Оп.
Все, одевайтесь, Владик. Одевайтесь. Все, Татьяна уходит. Так что мне прилипло что-то. Да. Непонятно. Непонятно. Все, убрал. Вот. А я сейчас займусь немножко тут документами. Надо что-то половину позабрать. Да? Писанина там бумагами. Да. Которые у нас там все лежат. Счета. Что-то еще там. Все. Все это сложить аккуратненько. Все, все. Ну что ты покидаешь? В принципе, тут все уже у нас убрано. Полки все эти. Пустующие полки. Так осталось тут еще в баре. Ну, что-то еще папе увезется. А что, что ты такое делаешь? Еще время есть, да, у нас тут все это убрано. Что ты делаешь? Скачили? Ну, деловаешь. Да, да. Деловаешь, девочка. Жарко дома вообще. На улице тоже жарко. Да. Хочешь раздеты полностью. Да? Точно. Ну, там тоже, говорю, там вот кухня детская получается и зал. Там очень тепло. Ты сейчас открыл форточку и действительно очень жарко. А в той комнате, где будет Вероника, мы там и прохладнее, потому что немножко она темная, во-первых. Ну, в принципе, нормально. Ну, ты, конечно, холодная там прям. Ну, мы изначально же, ты же говорила, что детский, это детская была наоборот, где мы будем сейчас спать. Да? Нет. Как? Детская изначально там была под столик. А, нет, ну кровать-то большая стояла именно там. Ну, кровать большая там, но нет, а так это столик был там. Ну, кровать большая. Готов. Кровать большая была, да, именно в этой спальне. Солнечной. Ну, просто мы специально дали Владику, чтобы там было и солнце, и солнце, свет, конечно, там стол, да. Уже делать уроки, поэтому специально отдали туда и поменяли это вот, все. Ну, они там будут с Илюшей нормально. Да. Место, вот так. Место будет. Вероника там будет с ними играться, все как положено. Давай. Да? Да. Вот так вот. Все. Вот такой наш, как называется, аутфит. Да. Да? Уличный, на улице. Нет. Что тебе не нравится кепка? Вот не нравится. Что вот Ильюша снимал постоянно кепки эти? Что она вот снимает? Не вот надо. Все, она вот не любит они, да? Это красиво, посмотри в зеркальце, красивое. Вот не любит она. Ты почему? Ты что такое? Ой, красавица какая, красавица наша, да? Ай, красотка голубоглазая. Так, ладно, снимайте на улице, что мы сейчас немножко займусь. Туда-сюда уже время, что уже Ильюша будет идти. Да, принцесскин, принцесскин, все, жди, мама. Все, увидимся попозже, да? Куда? Куда? В больницу, ой, Вероника, куда? В больницу, да? Куда? В больницу, да? К тете, да? Бумажки отдавать. Да. Куда наши? Куда, куда? А ты куда? Ну, молодец. Так, ну все, ладно, увидимся. Ну ты здоровался уже, еще раз. Так, мы сейчас вышли из Сбербанка, взяла я выписку о лицевом счете. Вероника, кукла, кукла, ну что, ты побыла в больнице? Короче, побыли мы в больнице, отдали анализы, на слава богу, нормальные, все, кардиограмма сердца у нас нормальная, хорошая, как бы, что у нас, что мы еще? Прошли невропатолога, как бы я посмотрела наши ножки. Сказала, что в принципе проблем никаких нету, что ребенок нормальный. Она там даже перед ней походила немножко. У нас лезут зубы, у нас как его бабки получаются. Ой, не бабка, как они называются, господи. Забыла, что зубы там сзади. Куда ты вылезаешь? А сколько? Один? С двух сторон верхние. А тут уже туда-сюда на подходе, поэтому она у нас такая психушка. Психует, сегодня не так, сегодня не так, да. И, конечно, все, прошли всех врачей, как бы и нам сказали, что в Брянске вас примут в любом случае по нашему полюсу. Сейчас выезжаем, пойдем на пешеходный переход. Только единственное, что надо будет для прививок забрать карточку, так как обследование мы прошли, в принципе, уже полностью. А для прививок просто будет забрать карточку, чтобы там делать прививки, которые необходимы нам после года. Так. Ну что, сейчас мы переходим дорогу. Кстати, вот немножко солнышко подскрылось, поднялся небольшой ветерочек. Ну, конечно, ветер все равно такой не холодный, скажем так, довольно-таки. Поэтому, как бы, ну, не холодно. Ну, вот люди, кто в чем тоже, кто одетый, кто раздетый, кто вообще сейчас шел, девочка в топике такая, как бы, и в шортиках коротеньких. Поэтому, кто в джинсах, кто еще в пальто, в куртках. Самый такой нехороший. Кто в рубашках? Ну да, я когда не знаю, как одеваться, реально. Так, ну что, сейчас мы будем на кухне. Всем привет. Илюшка идет с садика, да? Как дела? Нормально. Нормально? Не потел? Да, в курточке был, надо было сразу снимать тебе кофточку. Фу,
мухи тут летают, да? Где вы катались? На горке, да, с другой стороны садика, да? Папка тебя еле нашел. Пошел туда, где ваша группа, а там нет у вас. А вон в другой стороне, да? Тетя сказала, что вы там катаетесь. Что? Муха. Муха летает? Да. Да, мушки тут тепло. О, сколько зелени, цветочки на кустарнике растут. И мухи летают, да? Да. Да? Ну, подожди, я кепку поправлю. Кепку тебе. Моднявую кепку. С кем тут кепки? Акула там на кепке, да? Акула. Да, и миньончик, да, у Люськи на животе? Да. Да? Красивый миньончик. Как мультик. Мультик такой есть? Да. Миньончик, да? Что делали в садике? Что делали в садике? Рисовали. Рисовали сегодня? Да. А что вы рисовали? Зайчика. Зайчика? Да. Надо пока покажешь потом папе и маме? Да. Хорошо. А еще что, кушали? Спали? Да? Ну, молодцы. Пойдем. О, дуванчики же есть какие? Да. Уже можно дуть на них. Батут. Где батут? Там. В парке батут? Да. Понятненько. Мы идем мы домой. Сейчас Вероника спит, кстати, пришли они. Это с больницы. А? Тут нет у неба какое чистое. Пойдем на улицу. Пойдем на улицу, да? Там батут. Вероника проснется, да? Дай ручку. Там батут. Где? Там палки. В парке? Батут. А ты же все равно не будешь кататься на них. Там деревья батут. Ты просто на них посмотреть хочешь? Да. И все. Больше ничего. Да. Там деревья батут. Надо кататься на них. Там сирень. Цвела пахнет. А? Где собака? Там собака. О, там собака, да. О, увидела Илю собака, да? Сейчас мы ее приблизим. Вот так вот. Собака ворчун, да? Собака ворчун. Да, скажи. Мы зимой ее видели, осенью. А? Что? Где? А, большая машина вот тут, да? Что-то привезли, да, машинки? Да, что-то привезли на склады. На обед стали? А, красиво. Красиво, видишь? Сирень, черемуха. Все распустилось. Мухи летают, да. Да, комарики, мухи. Тепло. А дуванчики уже, видишь, какие, да? Уже все, видишь? Тепло, тепло стало. И все, они уже превратились в пушинки. Да, Илья? Ой, сейчас, наверное, шортики оденем. Это сегодня утром прохладно же было, да? Нет, шортики. А жарко, видишь, Илья? Джинсы жарко. И сандалики оденем тебе. И Владик. И Владик со футбола придет, тоже самое оденет. Вспомнил на футболе сейчас. Потому. Фоня, если он и давка. Да? Понятненько. Ладно, все, идем домой, шортики оденем. А Владик уже в шортиках пошел. В форме. Так что Владик уже все. Ладно, увидимся. Итак, у нас уже вечер. Мы вышли на улицу прогуляться. Илюш, ты здоровался? Ты здоровался, Илюш? Главник. Ай, балуйся, главник, чё. Вышли прогуляться. Такая хорошая погода. На улице довольно-таки тепло до сих пор. Хотя время уже 8:00. В принципе, пришли домой, когда... Чё, очень долго пробыли на почте. Очень долго там ушло время на документы. Мне там надо хоть что-то оформить. Что такое? Глазик ударился? Он все пройдет. Они балуются. Даже палочки ударился. Они балуются. Ты видишь как? А вот нельзя брать палочки. Потому что видишь, как попал глазик себе. Больно? Ладно, пройдет. Все аккуратненько надо. Принцесс. А, принцесс. Пришли с почты. Вероника наша сразу заснула. Да, пойдем сейчас. А я пошел на футбол. Ай, кусается. Не подставляй ей руку, она же кусается, Владик. Не больно, конечно, не больно, она сильно кусает. Сейчас мы посмотрим, хорошо. Вот если вот так, то куснет. Вероника заснула сразу, пришла с улицы, сейчас проснулась, она буквально кушает 3 часа, покормили ее. Детки покушали, Владик и Илюшка. Да? Я ответила на комментарий, да. Который по возможности смогла, успела, интересно, точнее. Интересно с маленькими играть. Я боюсь. Кого ты боишься? Папиты. Пойдем, боишься ты. Бояка ты. Там ничего такого нету, бояка. А. Что с маленькими очень интересно играть. Во что? Ну, как во что? Ну, это получить. А, помучить, вот это у тебя игра. Хорошая у тебя игра, да.
побаловаться, скажем так. И, ну, там мы побаловаться, ее расцеловать. Ага. Вот так. Да, как бы Сережа привез уже кроватку с моим папой, они собрали, вообще папа привез, подняли, и Сережа уже собрал ее, сейчас он дома еще, только собирал, мы сразу пошли на улицу. Что такое? Нет, там дядя что-то сделает, траву косит, наверное. Да. Вот. И сейчас пойдем немножко прогуляемся, просто он тоже сейчас выйдет к нам. Мы сегодня проиграли 4-0. Да, Славик у нас уже побыл сегодня на футболе, чуть не опоздал, даже точнее, чуть-чуть даже опоздал, да? Даже пока в больницу, пока на почту стояли долго. Кстати, в среду в 3 часа. Да. 3 часа в среду? Хорошо, в среду в 3 часа, значит 3 часа. Так, ну все, пойдем немножко прогуляться. Ветерочек есть, да, небольшой? Тебе холодно, Владимир? Да. Я вам сказала, здесь полосочка теплая, ну, очень не теплая с рукавом, а он помчался в футболке. Да. Не холодно тебе? А что такое? У тебя полосочка с рукавчиком. Что? Что там такое? А что у нас поставили? Не знаю, что им дойдем. До одного места надо с папой такую бумагу сделать, оформить. И потом... Опять до почты? Нет. И потом пойдем... Посмотрим в парке, что поставили. Так, ну ладно, увидимся немножко попозже. Итак, мы уже с Сережей сделали свои дела. И сейчас здесь на аллейке, ой, на этом, ну да, на аллейке гуляем. Детки бегают. Ладик, Ладик. Ай, ты аккуратно, аккуратно. Вероника наша тут. Вероника, как ты умеешь танцевать? Да, танцуй. Давай. Оп, 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 присядочку, да? Вот так мы умеем танцевать. Присядочку, да. Что, упал? Упал? Упал. Набегался. Иди сплочь. Иди сюда, мама поцелует. Куда ты рвешься, Вероника? Тоже. Ну что ты делаешь, дай-ка? Ходить надо уже нормально, а ты еще... Ой, Илюшка разбил себе коленочку. Немножко, да, да, немножечко. Да, немножко. Бегает, прыгает. Так как ты хотел? Все, а теперь лето начинается. Теперь будут постоянно битые коленки. Да, да, Илюшкин? А я сегодня забил нашему Ване на тренировке через ноги. Молодец, умница. Что ты там? А что, полза собралась? Пританцовывает. А, пританцовывает? Довольная такая. Пританцовываем, да? Вот так мы умеем. Все, пройдет, Зойка, пройдет, мой хороший. Ладик же тоже бьет коленочки. Да. Ну, заживает, все проходит. Ой, как летает девочка наша. Давай так. Не надо вас это. Я могу. Что? Вся или тут нет? На ножках ходить давай. Вероника сегодня вся розовая. Да? Розобелая. Эй! 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 Вот так вот. Илюшки. Посмеемся? Давай посмотрим. От удовольствия, да? Сейчас посмотрим. Нету? Что там нету? Ботинки. Ботинки нету? Я хочу покататься. Все? Все. Все. Вот так вот. Можно я? Нет. Так аккуратно. Лайк. Я просто понимаю. Перед собой надо. Перед собой она боится. Видишь так? Чего? А это все равно не видит. Вы ее держите, как она летает. Давай. Все, не плачь, все пройдет, все заживет. Понял? Так, ну что, пойдем немножко прогуляемся? Да, увидимся попозже. Молочка купить да надо. Итак, у нас Илюша залез на батут. На батуте наш Илья. Ой. И Вероника наша здесь сидит. Илюшка наш прыгает. У нас сейчас осмелился. Илюшкин, покажись нам. Девушка, возьмите с нас 100 рублей за второго мальчика. Не, сейчас, подождите. Сейчас. Будешь прыгать, Илюша?
сейчас? Или ты выходишь? Так, сейчас. Сниму его из НБС. Вот так вот. О, молодец! Давай маме кепочку. Давай маме кепочку. Молодец! Молодец! Наши девушки. Умничка, пересилился за себя. Сейчас перешился. Давай. Молодцы! Ладно, не вали ты его, пускай он сам. И Вероника вот она сидит наша. Маленькая. Идите, он грибочки, цветочки, Владька, дай ты от него. Илюшенька, ты тоже сам по себе бегаешь, чтобы не друг друга не падали. Подавите друг друга. Вот так. На веревочке у ножки ставь, Владик, ты его не так швыряй, на веревочке ножки, сыночек. Помогай ему поставить ножки на веревочке, чтобы он залезал по веревочкам. Вот так. Молодец, Илюша. Молодец, Владик, аккуратно головкой. Молодцы, мальчишки, все же они это сделали. Илюша это сделал. Все-таки он на ней прикатился. Да, Вероника? Да, Вероник, скажи. Дай мама ушки поправить тебе. Ушки. Да, какой довольный. Ой, молодцы. А? Нет, туда нельзя, только здесь прыгать можно. О, как! Поаккуратнее. Илья, Илья, смотри. Итак, ну что, наш сегодняшний день подходит к концу. Время уже поздновато, как мы сегодня пришли. Нагулялись хорошо, 9:30 уже, да? Всё, на батуте бегал. Что ты делал? На батуте. С кем? Владиком. Владик, вы на батуте вдвоем прыгали? Да. Да, молодцы. Илья точно прыгал? Да. А то я ушел в магазин за молоком, да? Прыгали. О, ты снимала, да? Да, снимала. О, Илюша, все, последний страх ты преодолел свой, да? И спать сейчас скоро, да? Батуты спать пошли. А, батуты спать пошли, да. И детки спать пошли, да? Детки спать, да, все ложатся. Ой, сейчас. Молодец, папу. Еще завтра еще на батуте. Да. А в Брянск поедем, там еще больше батута, там горки прямо. Бум-бум-бум. В том году Владик прыгал, когда мы с ним ездили в парк. Он прыгал в том году батута большого-большого-большого, такого сильного. И там возле нашего дома в Брянске будет батут прямо. Да. Да. Спать пошел, батут. Молодцы. Все, Илья преодолел свой самый такой страх. Музыка вначале была, потом салют, фейерверк и батут. Все. Да, Илья? Молодец. Ты у нас бесстрашный? Я не боюсь салюта. Не боишься салюта, не боишься батута уже, да? И музыки не боишься. Тебе танцуешь, да? Салют. Ой, молодца. Не, все равно молодец, да? Вообще, да? Ну, молодец, понравилось. Ну, все равно самое интересное такое, что я начала рассула его, начала залезть в Владика, я рвала. Мать, мама, можно? Я говорю, иди, конечно, прыгай. Я Зинечку дала, он пошел прыгать. Ну, тут он такой, я тоже пойду. Так рыпнулся резво прям, потом я ему сбегу мать не сказала. Ты еще кормит, пошел спать. Да? Да. Он такой, на спать пошли? Нет, нет, нет. Я говорю, ладно, твоя рассула, прокатишься. И маленький, маленький был. А на большом прыгал? Да, вот на этом большом. Ага, на полне. А? На полне. Нет. А рядом, который стоял, все, все, все. Я говорю, ну тебе раз попробуешь, не понравится, вы вылезешь. Потом вот мама говорит, как залез и все. Молодцы. Как там и был. Молодцы, все. Брянск подготовка области, да? Там много батутов будет, карусели много будет. Посмотрите, посмотрите. Так, ну что, сегодня, конечно, тоже такой день был суетной. Побегали везде, попрыгали, подвезли вещи. И, в принципе, самое основное. Так что осталось все по мелочам теперь. Завтра у нас что? Вторник, да? В принципе, особо... Завтра дома будем заниматься домашними делами, такими, ну, вот сходим по своим делам. Ну да, у меня еще выходной, это надо будет поделать тоже кое-что по дому. У меня всегда. У тебя каникулы, вон, тебе, кстати, дали список, кстати, ты показывал это, нет? Чтение. Вот, летнее чтение, это Владику дали. Принеси свою папочку.
Тут 20 стихи, да, для детей, и стихи детям о детях, и о времена года. И вот Чаплин, Пришвин, Чарушин, Гайдар, Носов, Пантелеев, Борис Захадыр, Пельмяк, Зощенко, Михаил Успенский, Пушкин, Пушкин, Бажов, Толстой, Андерсон, братья Гримм и Райан Киплинг, Слоненок. Вот, так что вот эти вот книжки надо прочитать ему за летние каникулы. Я считаю, нормально такие книжечки, такие действительно Носов. Интересные. А, это рисунки, да, которые отдали ему. Ну, а, прописи отдали. Вот посмотрите, пропись. Пропись есть от ученика Б. Первые, да, самые рисовали тут. Прописи полные. Вот так вот. Вот, пошли соединения. Получки. Вот так это у нас. Первая. Да, вот вторая пропись. Мои волшебные пальчики. Тоже закрашивали. Три поросенка. Тортик, молодцы. Значит, тут уже. Интересно. Это третья. Короче, все твои прописи, да, получается? Да. Их тут пять. Угу. За полностью, за весь первый класс. Ну, такие вот тоже. Вот. И такие все прописи, да, у нас? Самый последний вот, да? Да. А, это математика у нас получается. Да, это математика. Это математика, вот. Вот пятая последняя. Пятая вот, но пропись последняя. И что так же там? Ух, ух, ух. Сопишь, да? Сопишь? Вот. Владика тут уже последняя пропись. Угу. И математика вот тоже. Так. И что там еще? Рисунки? Папочку, Владик, папочку рисунки, да? Прощай, первый давайте класс. Так, первый класс не повторится. Вспомни, что его не раз. Многое уже умеешь. Привыкание позади. И, конечно, не срабеешь с этих трудностей пути. Звени, звонок, веселое лето. Можно отдыхать. В сентябре вернемся в школу, чтобы учиться продолжать. Понял? Да. И тут то же самое. Давайте рисунки. Давай рисунки покажем. Вот рисунок такой. Да. Вот такой. Рыбка, да? Это там снеговик, снежинки. Зима. Налеем попить. Осень, да? Да. Тут еще такая блюдце, чашечка. Да. Так, кошка. Это у нас кот, ученый, радуга. И все. Ну и все. Молодец. Так что Владик у нас закончил первый класс. Замечательно. И сейчас уже будет, естественно, будем узнавать насчет второго класса уже в другом городе. Посмотрим, что там. Но, скорее всего, мы по этой программе и останемся, потому что и Татьяна сказала. Тань, да, по этой программе, да, желательно будем по 200. Тем более первый класс действительно окончил, ему будет намного легче идти уже вот по этой программе именно заниматься. Так, кто сопит тут? Вероника сопит, побежала куда? Ух, уф, сопелочка, а сопелочка, куда побежала? Я вот говорю про первый класс, это про второй класс. А еще рисунки. Что такое? Я вижу, как кухня. А, что такое там? Сосулечку. А, сосулечку, хорошо. Угу. Просто был тут еще где снеговик. Угу. Итак, ну что, Владик показал рисунки, в принципе, да? Да. Все хотим спать. Завтра Илюша в садик. Да? Как нет? Не пойдешь? Ну не пойдешь. Я думал, ты туалетную бумажку туда понесешь. Салфеточки. И салфеточки. Тебе воспитательница мне сказала принести туалетную бумажку и салфеточки. Нет. Нет? Не понесешь? Дома оставишь? Хорошо, дома оставишь. Так, ну что, всем говорим пока. Да. Пока, Вероника. Вероника. Пока. Пока, вот так вот. Да. Да. Пока. 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 Коза торчит, коза. Так, ну что? Всем приятного просмотра, хорошего настроения. Всем пока-пока. Владик. Всем пока, спокойной ночи. Да. Подписывайтесь на канал, оставляем комментарии, ставим лайки, дизлайки, кому что нравится. Всем до встречи, всем пока. Увидимся с вами завтра уже. 26 мая. Кстати, здорово, у Кирилла день рождения, ему 10 лет, да? Но они еще учатся. Кстати, у них, по-моему, 29-го. Да, 29-го последний день. Все. Поздравляем, будем все поздравлять, да. Да.